Итак, всем привет на канале Готовим Вкусно, с вами я, Павел, и наступили новогодние праздники, буквально уже через недельку Новый год, и все бросились искать рецепты классные на Новый год. Сейчас я хочу сделать такой очень простой, но беспроигрышный рецепт, как приготовить курицу, либо куриные вот такие вот ножки, абсолютно без проблем, и при этом на 100% угадать с рецептурой и угодить вашим гостям. Для этого нам понадобится минимальный набор продуктов. Поехали! Итак, если вы решили запекать целую курицу, нам понадобится тушка одной курицы. Вот у меня такая магазинная курица. Также вы по этому рецепту можете запекать вот такую голяшку с бедром. Нам может понадобиться вот такие штуки. Нам понадобится 1 килограмм соли. И, в принципе, нам понадобится противень. Очень много кулинаров в своих видео сыпят соль прямо в противень. Это неправильно, потому что соль обладает такими абразивными свойствами, и спустя какое-то время вот этот замечательный противень просто придет в негодность. Нам в этом поможет вот такой пергаментный бумага. Берем пергаментную бумагу и застилаем противень. Старайтесь, чтобы пергамент у вас закрывал и бортики. Кстати, килограмм соли будет стоить дешевле, чем подбирать маринад для курицы. Вот так. Высыпали сюда 1 килограмм соли. Разравниваем в такой хороший единый слой. И теперь делаем вот такую штуку. Курицу спинкой вниз ложим на соль. Вот так. Если у вас большой противень не позволяет место, кстати, смотрите, окорочка ложим вот этой внутренней частью, шкурочкой вверх. Не переживайте. Курица больше соли, чем ей нужно, не возьмет. Готово. Вот такой простой рецепт. И отправляем это все сейчас в духовку. Кстати, совершенно забыл сказать, что для того, чтобы вот эти тонкие части курицы в духовке не сгорели, оденем на них из фольги вот такие вот конусные штуки, чтобы они не пересохли и просто не почернели. Курица будет готовиться для того, чтобы не полопали раньше времени ножки, свяжем их ниткой. Можно взять нитку, можно взять проволоку. Тут у кого что окажется под руками. Вот так взять. И связать. Вот так. Ставим в духовку на 180 градусов. Итак, смотрите, средняя курица готовится примерно 60-80 минут. В зависимости от того, домашняя или магазинная. У меня магазинная, она приготовится быстрее. Ножки будут готовиться примерно полчаса. Отправляем это все в духовку. Я поставил нагрев снизу и сверху. И ждем. Итак, друзья, спустя буквально 50-60 минут наша курочка готова. В зависимости от того, это будет домашняя курица или магазинная, мы будем получать разный цвет. Я немножко регулировал температуру духовки, потому что мне нужно было приготовить одновременно и курицу, и ножки. Заняло это у меня порядка 1 часа. Самое время посмотреть, что у нас получилось. Смотрите, перекладываем нашу курочку из соли на досточку. Теперь обратите внимание, про что я говорил. Видите, это все превратилось в камень. Если бы это было на нашем противне, оно бы повредило покрытие, и тогда бы на нем все пригорало постоянно. А так можно просто поднять бумагу и выбросить вот эту соль. Второй раз ее использовать уже не получится, потому что вот этот жир, который пропитал курицу, на второй курице или там на вторых ножках, он будет гореть и придавать горелый запах и аромат. Он нам не нужен. Вот эту всю соль мы выбрасываем. Итак, в чем же основная прелесть данного рецепта?
Как вы знаете, многие не любят куриную кожицу. Ну как не любят, просто она жирная, и ее все стараются избегать. В этом рецепте, благодаря тому, что она готовилась с солью, посмотрите, куриная кожа стала толщиной с бумагу. Абсолютно все, что могло быть каким-то жирным, неприятным, все в себя впитала соль. Давайте посмотрим по тому, сочная ли у нас получилась курица. Самое сухое место у курицы – это грудка куриная. Я не знаю, видно вам или нет, но сока у курицы просто колоссальное количество. Курица, вот просто нажимаешь, и она струится соком. Но при этом куриная кожа, она просто как папиросная бумага. С вот этим блюдом прогадать практически нельзя. Давайте попробуем. Смотрите, это была самая верхняя часть курицы. Многие волнуются о том, что курица не пропитается солью. Сейчас мы это проверим. Она лежала спиной на соли. Смотрите, по поводу всяких маринадов. Безусловно, это прекрасно. Солью, кстати, курица пропиталась от верху до низа. Если мы ее перевернем на обратную сторону, видите, тут небольшой кусочек соли пристал. Но вот эта часть и вот эта часть по соли должны быть одинаковы, потому что соль вместе с влагой испарялась внутрь духовки и пропитывала курицу. Ребят, это обалденно вкусно. Я не знаю, как можно испортить данный маринад, там, не знаю, каким-то количеством перца диким, соли. Это все просто идеально. 100% вкус курицы. Если вы переживаете, вы первый раз готовите курицу, это рецепт именно для вас. Ну, по поводу кожи, это просто. Я очень люблю куриную кожу. Это очень вкусно. Давайте посмотрим куриные бедрышки. Что у нас с ними получилось? Аналогично. Тонюсенькая кожица. И сок здесь просто истекает. Давайте нижнюю часть, которая лежала на курице, на соли попробуем. Что у нас получилось? Абсолютно ничего не пересолено. Это нереально круто. Особенно вот эта тонюсенькая папиросная бумага в виде кожи. Это просто рецепт must have. Попробуйте приготовить данную курицу. Никаких там бренди, виски в маринаде. 100% вкус курицы. 200% понравится вашим гостям. С вами был канал Готовим Вкусно, подписывайтесь на канал, и завтра, послезавтра новые рецепты к Новому году. С вами был Павел, ну вы знаете, что делать, колокольчик, лайки, все дела. Вырубай.